Турово. Название деревень в Собинском и Судогодском районе Турово происходит от слова «тур». Турами в древние времена называли особую разновидность быков. Они водились в Восточной Европе до конца 16 века и считаются родоначальниками современного крупного рогатого скота. Туры почитались древними славянами за силу и смелость. Еще в слове о полку Игореве древний исказитель сравнивает князя с этим животным. «Славный яр Тур Всеволод, с полками в обороне крепко ты стоишь». Однако топоним Турово появился не напрямую от наименования быков. Тур – это еще и древнее славянское имя, которое использовалось нашими предками до принятия на Руси христианства и распространения практики нарекать детей по святцам. Такое имя наши предки давали новорожденному, если хотели, чтобы он стал сильным и смелым, как Тур. Кроме того, это имя могло использоваться и как прозвище, то есть присваиваться человеку во взрослом возрасте. Так в Новгороде был известен крестьянин Василий Тур. Кружевина. В говорах Владимирской области встречается существительное «кружевина» для названия морозных узоров на окнах. Слово «кружевина» образовано от существительного «кружева». В морозные дни на окнах появляются потрясающие ледяные узоры в виде необыкновенных звезд, причудливых завитков, сказочных деревьев и цветов. Эти узоры тонкие, ажурные, напоминают кружево. Кружевиной называют и обвислый кистями иней на деревьях, создающий кружевной ажурный край. Поскольку морозные узоры на окнах – это тот же иней, то и узоры эти, похожие на ажурное кружево, стали называть кружевиной. Брелка или брелока. Слово «брелок» заимствовано из французского языка, поэтому «брелок» представляет из себя корень, в котором исторически нет беглой гласной. Правильно говорить «брелока», «брелоку», «о брелоке», «с брелоками». Однако в русском языке существуют слова с суффиксом «ок», в котором в косвенных падежах есть беглое гласное. «Дружок» – «дружка», «пирожок» – «пирожка». По аналогии с этими словами появились формы «брелка», «брелку». В настоящее время они допустимы только в разговорной речи. Пилатесса. Да, не удивляйтесь, это слово уже входит в обиход. В России эта профессия стала также более доступна нашим девушкам. Сейчас в стране 30 женщин-пилотов. В самой крупной компании России «Аэрофлот» 20 пилатесс, 5 из них – командиры воздушных судов. Mm-hmm.